трицепсы, постоянное давление на соперника. Начинаем заползать, держим его здесь. Заползаем и сразу же колено вставляем между его бедром и локтем. Вот сюда, плотненько. Раз. Руку ближнюю к сопернику, на бедро. На бедро. Дальше. Свободная рука. Развернись немного. Свободная рука, она будет помогать открывать атакуемую руку соперника. Плюс мое колено работает, я толкаю. И помогаю отсюда обезьяньим хватом. Раз. Ногу помещаю уже плотненько к своей. Отсюда уже пошел кимурный захват и начинаю тянуть назад. Тяну назад, соперник испытывает дискомфорт, освобождается. Я зажимаю его руку здесь. Плотно к себе, дальнее от соперника ногой зашагиваю и сажусь назад. Раз. Сел назад. Отсюда закрываем треугольник. Прихватываем рукой, которая держит андерхук, за воротник. Его вздергиваем вниз и берем как можно плотнее той рукой, которая на шее, большим пальцем внутрь. Когда понимаем, что захват достаточно плотный для удушающего приема, руку из подмышки отпускаем и прихватываем себя за затылок и стягиваем локоть к себе. Погнали!